На конкурс дети читают стихи. Макарова Мария. Что у мышки на обед? Автор Галина Дядина. Дайте вилку или ложку. Хочет мышка скушать кошку. Раздобудьте мышке соли. Есть без соли кошку, что ли? Нужен перец ей горошком, придает он вкуса кошкам. Накрашите-ка петрушки на кошачий хвост и ушки. Просит мышь с горчицей тюбик принести бульонный кубик. Хлеба срочно ей нарежьте и сами кошку ешьте. Лопать кошку без батона — это знак дурного тона. Повяжите ей салфетку. Кушай, мышка, мышиедку. Ай да мышка съела киску. Передайте зубочистку.